Ребята, привет! Кривой репортаж из Корневаш. Мы собираемся погулять. Честно говоря, знаете, вот вроде как солнце мягкое-мягкое, все равно пригораешь и вот мажешься кремом. Сейчас покажу, как я одета. Сейчас подальше надо будет отойти. Сейчас поставила на полку камеру. Завести часы надо будет. Вот. Я не могу, я всегда с часами выхожу. Вот если это не пляж, если это не работа, вот, ну, непосредственно, когда за верстаком сижу, всегда одеваю, вернее, всегда снимаю часы, а так всегда одеваю, мне прям вот без часов плоховато. Ну, я привыкла. Вот вечер, 6 часов, вот ровно 6, вот так пойду, шортики. Девчата, шорты купила в этом, отличные прям шорты, великолепные. А, глобус. В глобусе, почем мы брали-то? 350 рублей, да? О, какие шортики. Да, и решили сейчас пойти. Я вообще даже не знаю, где мы брали, как-то. Я увидела в одном месте, там... А глобус это где? Как на дачу ехать, да? Да, большой магазин продуктовый. В одном месте увидела язык сливочный, в сливочном соусе. Говяжий язык, что-то захотелось так. Я говорю, пойдем места поедим. Вот. Шашлык мы ели. А рыбу запеченную мы ели. Мидии мы ели. Вот. Что-то, знаете, девчат, у меня что-то как мидиям как-то вот, я не хочу мидии есть. Угу. Марика ест, а я что-то как-то вот переела. Видно, мидии я... Ела, значит, окуня морского, скумбрию на углях ела, шашлык, ну, свиной, да, шашлык. Я люблю свиную шею, да, вот, вот именно, что как шашлык. Помните, я вам говорила, что на день рождения мне Марика часы, короче, подарила, презентовала. Я выбирала, это вот эти вот, те самые командирские часы, женский вариант амфибия. Сколько они стоят, ты не помнишь? Нет. Девчата, что-то недорогие, то ли 4,5, то ли 5,5, механика. Механика, прям вот супер-пупер. Вот, сейчас, короче, расчешусь, возьму, знаете, что с собой еще? Бывает, что ветерочек такой прохладный вечерком. Толстовку. Вот, оказывается, для себя сделала открытие, что мне очень идет вот такой цвет лавандовый. Да, и мы сделали открытие. Мы сделали открытие, да. Возьму свитерочек, ну, денежку. И пойдем кушать мясо, ужинать пойдем. Вот, ну и посмотрим, какие там дела, короче, на набережной. Вот, что без нас случилось за эти пару часов, пока мы пришли домой. Я выгрузила видео, Марика немножко поработала на компьютере. А, что там еще сделала я? Помылась, помазала шкуру кремом, потому что прям вот печет. Ладно, все, побежали. Что сидеть-то, да? Без нас там все самые события. Главное, на набережной уже получаться, а мы так и это. Ничего. Ой, забыла вам показать. Дочке купила забавный кошелек вчера. Вот такой вот. А что ты в машину пойдешь? Хорошо. Вот, вот такой кошелечек. И он кожаный. Он прям весь такой. 600 рублей стоит. Смотрите, какая милота. Конечно, его там ничего особо денег-то не положишь в него, но просто с собой носить, что-нибудь там положить, ну, вот такое, не знаю. С ребенком гуляет, на коляску повесил, даже те же самые ключи туда кинула. Ну, либо дома повесить, какое-то красивое место. Ну, прям пахнет, как кожаная сумка, прям кожа-кожа. Вот, видите, хвостик такой. Вот такая вот, такие смешные штуки продаются на набережной. Вот. Че, бежим гулять? Все, бежим. Смотрите, ребят, какой нежный закат. Вот луна даже видна вон там. Сейчас покажу. Народ на прогулку потихоньку выходит. Смотри, какая красота. Сейчас пойдем вот этот вот навес пройдем. И покажу вам получше. Там лучше будет видно. Смотрите, какого негритенка подобрала. Загорела как, да? Здорово. Вот какой-то катерок поплыл. Наверное, последний за этот вечер, потому что буквально сейчас еще минут 20 и... Будет очень темно.
Люди сидят, отдыхают. Это вот кафешка с обратной стороны. Необыкновенные виды, правда? А у нас вот этот камушек прям виден с балкона, вот это вот. Женщина купаться идет, да? Или просто? А, нет, просто к морю подышать. Пошли дальше. Ребята, здесь художники. Вот смотрите, какие есть красивые картины. Наверное, это будет более приятный подарок, если людям привезти вместо магнита картину. Хотя вот здесь вот тоже авторские магниты. Это, видимо, на магнитном листе нарисована миниатюрка. А вот, ребята, смотрите, прям в рамочках такие красивых картины. Красиво. Ага. А прям вот есть миниатюры. Весенняя крепость, гляньте. Смотри, весенняя. А, красивая. Очень красивая. Угу. А, они вот могут стоять рамочки. Ага. Нарисованы? Да, это на холсте. Косички на любителей. Это что такое? Ну какие миниатюрные букетики. Не знаю,